Здравствуйте. Вот сегодня мне на почту пришло вот такое письмо от Яндекс.Деньги. На счету там у меня осталось 9.25, и тут они пишут, что если я не буду никаких операций делать, то это пойдет в счет погашения задолженности 270 рублей в месяц. Как закрыть кошелек Яндекс.Деньги? Давайте рассмотрим вместе. Переходим вот по ссылочке или заходим сразу в Яндекс.Деньги. Здесь нажимаем «Карта Яндекс.Денег», опускаемся ниже. Ваша привязанная карта теперь живет в настройках. Нажимаем. Здесь есть такое окошко. Нажимаем «Отвязать», «Подтвердить». Написано, через несколько минут мы удалим данные из карты такой-то, из вашего кошелька. На этом все. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.